Теперь оно постепенно будет вымываться с песка обратно приливами, волной, приливами, отливами, волной, будет разлито в море. Ну, люди приезжают, купаются, сами мы туда ходим купаться. Теперь это будет очень проблематично делать, потому что на следующий год это все останется в песке. Ну вот такие разливы нефтепродуктов, они же не первый раз происходят? Не первый раз. Привыкли. Привыкли? Материмся, конечно, ну, иногда даже не печатными словами. Потому что ну, ходим на лодках, где-то рыбачим, где-то отдыхаем. Ну, бывает такое, что идешь посреди моря, посреди залива, мазутное пятно, большое довольно-таки. Периодически случается, несколько раз вот такое бывает. Где-то больше, где-то меньше. Что-то приносит на берег, что, ну, вот как в этом случае. А что-то летом, допустим, южные ветра, они из бухты дуют. Если в бухте какой-то разлив, то уносит из бухты Славянка в залив Петра Великого дальше. Угу. Куда там дальше, не знаю. Ну, соответственно, течением, ветрам все это разносится. Ну, а что осталось на берегу, конечно, это большая проблема для отдыха. Ну, на самом деле, вот это последствия видели, да, что они не устранены на самом деле. Потому что сверху собран песочек, а глубже копаешь. Видно по моим сапогам, да? Черные. Я не думаю, что специально делают. Никому это не надо. Все же живем-то на одной земле. Никуда с нее не денешься. Поэтому бывают аварии, случаются, надо просто добросовестно устранять последствия и стараться не допускать этого.